Дамы, всем привет! Значит, сегодня у нас холодно на улице, идет дождик. Сегодня у нас 7 число. Вот это вот видео выйдет завтра, 8 числа. Сегодня я вам хочу показать актуальные цены на авторынке «Зеленый угол». Что происходит, посмотрим с вами по наличию автомобилей. И, конечно же, всех интересует вопрос, сколько они стоят, что будет дальше с рынком, да, сколько будут стоить эти автомобили. Вот хочу вам сделать такой небольшой расчет, да, для понимания. Значит, смотрите, ставка у нас за один кубик при растаможке автомобиля составляет 1,7 евро. Считаем, берем стандартный, ну, средний автомобиль с объемом двигателя 1,5 литра. Итак, 1,7 умножаем на 1500, получается энная сумма, там 2550 евро, там. Ребят, я примерно считаю, копейка в копейку не получится посчитать, потому что курс, он всегда скачет. Евро сегодня 103 с копейкой, 103 с копейкой, машина таможится в евро. Соответственно, значит, пошлина за автомобиль составит 262 650 рублей. Это таможня за автомобиль, именно пошлина. Далее, значит, утильсбор. Если вы машину везете на себя, то есть для своего личного пользования, то утильсбор у нас составит 5200 рублей. Как было, так оно и осталось. Итого, значит, на таможне вы заплатите 268 тысяч рублей. Примерно, да? Далее. Если машина везется на перепродажу, что такое перепродажа? Вы купили, да, и поставили машину на продажу. То есть сразу же. Вот. То тогда у нас... Смотрите, какая история. Пошлина также составляет 262 тысячи рублей, там 650, но утильсбор составит плюс 528 тысяч рублей. Да, вы не ослышались, плюс 500 000, 528 тысяч рублей. Как вам такая история, ребят? Что делать, что будет с рынком? Да, ответа как бы на этот вопрос нет ни у кого. Вопрос к вам: готовы ли вы переплачивать 500 000 рублей за покупку автомобиля, ну, какой-нибудь Corolla Axio, да, либо Honda Freed, таких самых популярных автомобилей, Toyota Spade. Готовы или нет? То есть поделитесь в комментариях. Такие вот реалии на сегодняшний день. Сейчас пройдем по рынку, посмотрим. Говорю, сегодня 7 число. Видео выйдет 8 числа, посмотрим, что по ценам. На дроме уже появляется объявление. Продавцы поназакупали машин. То есть машин идет большое количество, да, растаможить они их не успели до этого числа. То есть машина идет в пути, и машины предлагают растаможить на вас. Но вы продать этот автомобиль не сможете, то есть вам придется ездить. И, друзья, чтобы мы правильно друг друга поняли, если вы машину везете на себя, вас эти 500 000 не коснутся. То есть если вы заказываете автомобиль с аукционов Японии у нас, да, кстати, телефончик указан в описании канала, и находится сейчас вот здесь. Утильсбор 500 000 рублей вас не коснется. Да, есть санкционные автомобили. Санкционные автомобили, как появится практика, то, что их можно привезти, мы их будем брать в работу. Пока нет. Значит, с японской стороны санкционку вывести можно, но плюс 250, не плюс 250 тысяч йен, а франк будет стоить 250 тысяч йен вместо 70. И будет какой-то параллельный импорт. Как это будет работать, еще не понять. Вот, в общем, риски такие мы на себя пока не берем. Почему? Потому что, опять же, есть огромное количество автомобилей, которые не были вывезены, не у нас, а вообще в принципе, да, не были вывезены с Японии до 9 числа. Японская таможня, там тоже не дурачки сидят. Естественно, все это дело будет мониториться, куда машины пойдут, как машины пойдут. И, ну, есть огромные шансы просто попасть. Вот, поэтому санкционку пока не возим. Не санкционки, там валом хватает. Вот, такие вот дела. Идем на авторынок, Зеленый угол. Я уже здесь. Пойдем посмотрим, что сколько стоит. Находимся на одной из стоянок. Но знаете, что хочу сказать? То, что машин нет, все раскупили, все размели. Такого нет. Машины есть, машин довольно много. Походил, посмотрел цены. Ну, как бы, все по-разному. Если шанс урвать еще автомобиль, скажем так, по старой цене, ну, по старой цене нет. Но не по конской цене, плюс 528 тысяч рублей. Еще, конечно же, есть. Итак, что мы имеем? Стоит Аква
Аукционная оценка указана 4,5 балла, 19 год, 1 300 000 рублей. Еще одна аква стоит, тоже 1 300 000 рублей. Сзади спрятался у нас Фрид. Непопулярнейшая модель. 11 год. 995 000 рублей. Значит, брали такие автомобили уже по 1 250 000. 11, 12, 13 года. Honda N-Wagon стоит. 18 год, 780 000 рублей. Ценники пишут не на всех автомобилях. Нужно спрашивать. Вот смотрите, три аквы по 1 300 000. ВИЦ 930 000. Еще одна аква, 1 300 000. Ну, на аквочке, да, прям подзадрался ценник. ВИЦ в гибридном исполнении. Санкционный автомобиль, аква, гибриды. Все это санкционные автомобили. 1 200 000 рублей. Рядом стоит у нас Делика, тоже санкционный автомобиль. Цена не указана. Suzuki Jimny, 13 год. Объем двигателя 0,7 литра, 770 000 рублей. Toyota Esquire, гибрид, санкционный автомобиль. 16 год, 1 905 000 рублей. Это у нас Toyota Corolla Axio. 18 год, 1,5 литра, 4 ВД, пробег 36 000. Ребят, ну что, 1 390 000 рублей. Очень дорого. Nissan Note, 17 год, гибрид, 1 150 000 рублей. Такие вот цены. Nissan NV200, Mitsubishi Delica, что в принципе одно и то же. Смотрите, здесь указано 4 балла. Цена 1 210 000 рублей. Но в принципе это еще нормальная цена. Дальше у нас долго стоит. Спрятался танк Руми, 18 год, 840 000 рублей. Пробег 111 000. Еще одна NV200, 16 год, 1 375 000 рублей. Но это уже такой, это уже высокий ценник. Про боксы, кстати, это тоже санкционные автомобили с пометочкой ВАН, да, которые могут быть использованы там, в перевозке грузов и так далее и тому подобное. Вот еще одна из стоянок, да, как видите, ребят, машин, очень много машин хватает. Стоит у нас Рактис. Ценника на нем нет. Интересная модель, недорогая. Можно было выхватить свежий год по хорошей цене. Но Паса, 17 год, 790 000. В принципе. Это нормальная цена за пасика. 4 балла, 80 000 пробег. Да, имеется у него красы. Сзади стоит 16 год, черный цвет. 765 000 рублей. Тоже нормальная цена за автомобиль. Что у нас есть еще здесь? Сиента. Так, ну здесь пошли машины уже без ценников. Смотрите, вот кей-карточка, да, поговорил сейчас с продавцом. Ну, что-то продано, большинство продано. В среднем ценник поднялся на вот такие вот маленькие автомобильчики на 50 000 рублей. Такой вот красавчик, 18 год. Видите, красивый цвет, аукцион. 690 000 на светлом салоне. А здесь цены нет. Вот такой вот еще Дезик на штатном лите, летняя резина. 830 000 рублей, 5 камер. Эта комплектация идет Highway Star. Еще один. 680 000 рублей. Пробег 56 000. Вот это, наверное, самый дешевый. Кей-кар Suzuki Alto. Цены нет, нужно звонить.
нужно узнавать. Опять же, да, это уже третья стоянка. Видим то, что автомобили по наличию, они есть. Друзья, я также хочу напомнить, то, что мы занимаемся не только аукционными автомобилями, но также и проверкой автомобиля. То есть понравилась вам вот эта вот Маздочка, которая стоит 2 миллиона 580 тысяч рублей и стоит она на дроме? Можете скинуть ссылочку, мы ее вам проверим. Санкционка. Honda Stepwagon, 2018 год, черный цвет, хорошая летняя резина, на летишке. Значит, две двери, полторашка, турбо, это не санкционный автомобиль. 1 695 тысяч рублей. Смотрите, вот такой вот красавчик. Пробег 96 тысяч, 4 балла. Значит, стоимость автомобиля. Так, не могу понять, стоимость автомобиля. Стоимости автомобиля нет. 2 миллиона 680 тысяч. Сразу не сориентировался. Все, ребят, таких автомобилей пока не привезти. Я вот хожу, смотрю, вижу, фриды появились. Свежие в таком, в нормальном прям количестве. Цены не пишет, нужно звонить. Узнавать. То есть выбор есть всех моделей. Рано, продавцов еще нет. 820 тысяч, 18 год. Пробег 82 тысячи на автомобиле. Такой вот кейкарчик. 735 тысяч, 19 год, пробег 38 тысяч. Видно то, что ценник исправлялся в большую сторону. Ух ты, смотрите, какая редкость стоит. Nissan Match, 850 тысяч рублей. Ценника нет. Subaru Levorg, 14 год. 2014 год, цена не указана. Я думаю, он стоит где-то... Ну вот, если это его аукционный лист, он стоит, наверное, 1 550, как минимум. То есть вы понимаете, да, то, что сейчас привезти машину под себя на заказ аукционов Японии намного будет дешевле. Прям на порядок, на 500 000 рублей. Да, есть такие люди, кому вот надо прям здесь, сегодня, сейчас. Но есть кто не готов переплачивать по 500 000 рублей. Блин, нету цен. Очень неудобно, когда нет цен. Я бы в любом случае лучше подождал бы месяц-полтора, но сэкономил бы 500 тысяч рублей. Так, ребят, ну, наверное, следующее видео будет у нас снято в обед, да, когда будут продавцы на рынке. Потому что так ходить, смотреть, думать, сколько они стоят, ну, не вариант. Для многих комментаторов то, что рынок встал, напоминаю, время 9 утра, еще очень рано, поэтому продавцов нет. Ох, чуть не упал я. На сегодня будем заканчивать. То есть, если вам нужна, ребят, помощь в проверке автомобиля на авторынке «Зеленый угол», да не только, в принципе, в городе Владивосток, мой телефон указан в описании канала и под каждым видео. Не дозвонились до меня, пишите мне на WhatsApp, потому что я бывает занят, не могу ответить. Как только освободился, сразу отвечаю. То есть, машины проверяем привезенные, не только в Владивостоке, но и в Приморском крае. Машины подбираем под ключ, но под ключ пока... Ситуация такая непонятная еще. Смотрим по обстановке. Ну и также привозим автомобили с аукционов Японии. На сегодня все. Всем пока, всем хорошего настроения. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал.